Всем привет! Продолжаем мои реакции на ваши заявки. Заказали песню. Уже сейчас смотрю по контакту, потому что в ВКонтакте тоже очень много заявок. А Макпал и Собекова заказали. Песня называется «Бесконечность». Вот сейчас мы ее послушаем. One second, подожди, «Бесконечность». Подожди, Макпал. Макпал, по-моему, я уже смотрела как-то пару раз. Или не пару раз. Не буду врать, потому что у меня проблемы с памятью. Я не помню, как она выглядит внешне, поэтому посмотрим повторно, скажем так, на нее. Но имя очень знакомое, то есть я где-то однозначно ее видела уже. Раз, два, три. Клип старый, песня старая, но говорят очень классные. Не видно хоть в кадре-то. Красивое место. Иногда я хочу на русском. Никогда тебе не знать ничего. Неожиданно. Иногда я хочу из многих кому летать не дано. Как красиво. Изменяет ей еще, ведет себя так, как будто так и надо. Ай. Нормального мужика встретишь в какой-то веке? А, тоже ревнивый, тот еще. Чувак просто помог ей успокоиться. Совет. Лучший совет дня. Выброси свой телефон. Она очень терпеливая, скажем так. Я бы, знаешь, секунды не вытерпела с таким человеком, как он. Любовь, конечно, все дела, но никакая любовь не стоит твоих нервов и твоей гордости. Как говорят, иногда нужна, конечно, гордость, так сказать, контролировать, скажем так. Но мою гордость невозможно контролировать, поэтому до сих пор одна. Конец предложения. Угу. Все, песня закончилась очень резко. Как обычно, любят заканчиваться некоторые песни. Очень резко и быстро. Да. Нужно себя уважать, в первую очередь, самое главное. Ну, это главное, чтобы это на ЧСВ не переросло, конечно, чувство собственной важности, то бишь. Мне тоже как-то говорили, что у меня есть какая-то толика ЧСВ, но я сказала, что это не ЧСВ, это природная стать. Так что, как я лев по гороскопу,
Мы все такие, скажем так, у нас есть немножко такое, мы слишком гордые. Слишком гордые, где не нужно, в общем. Ладно, погнали, следующую заявку, тоже казахская песня Шинсуен Мин Сини, это тоже Макпал. Да, ёпарстая мышка, чтобы не так-то, не беси меня. Сейчас сразу же выделим ее. Копировать. Угу. Макпал, иди сюда. Я не знаю, смотрела ли я ее или нет. Проверим. А, на эту я делала. Кстати, вот я поняла, где, откуда я знаю Макпал. Да, на эту я делала песню. Так что, сорян, на нее не буду. Дальше. А, еще ноябрь, да, заказали. Кстати, он начинался там по этой песне. Да, ноябрь. После того, как я посмотрела. В общем, погнали смотреть ноябрь. Смотреть ноябрь. Как бы странно это ни звучало из моих слов. Из моих уст. Из моих слов. Странно из моих слов, да, логично. Угу. Русский язык это не твое. Переходи на казахский. Да ты и на казахском не алло, так что успокойся. А песня, а ты можешь не начинаться без моего ведома? Раз, два, три. О, Зарина Заман. Так, тихо. Насмотришься вечно сериалов, и потом в каждом клипе видишь актеров этих. Я не ангел, ты же знаешь, в этот раз побудь один. Подуши со мною свет и представь, меня здесь нет. Я не ангел, понимаешь, потому весь день молчи. Так бывает каждый год, вместе с осенью пройдет. Все меняет ноябрь, отыграли свое повзрослевшие дети. Закрывает ноябрь в книге жизни моей золотую. Скоро ноябрь, кстати, совсем. Я тебя в этот раз в дом к себе не зову. Это сериал? Ой, сериал какой-то, фильм? Отшумели листопады, в этом городе зима. Вот который год подряд наступает на угад. Пряча боль внутри себя, снова дом приснился мне. Грустная песня. Очень красиво, конечно, это место, где нас в одином платье и цветочки все эти. Все меняет ноябрь, я тебя в этот раз в дом к себе не зову. Она, кстати, везде разная, ее вот так вот не запомнишь по лицу. Вот, несмотря на то, что я уже видела этот клип предыдущий, который я не стала снимать, но я его уже видела. И там, получается, она вообще, ее не узнать даже по сравнению с этими клипами двумя. Настолько сильно меняется ее образ, что не поймешь даже, что это она. Тебя.
печальная песня. Так, посмотрим, что-то мне там ссылками даже еще скинули. Так, у меня там Нуржан начался, Керменбаев. Этот клип я смотрела, так не надо мне ссылочку. А дальше, кто у нас еще есть? Угу. Хабарласпа. Еще один клип. Раз, два, три. Она спрыгнуть хочет, я так понимаю. Раз она на подоконнике. Какой этаж. Не умрешь спить с такой высоты, так что не вздумай прыгать. Калекой останешься. Бывай болмай. Ах, она надо отсюда. Кеткенді есіңе алмашы шырайма бір-бір шоқ белгі салынып кетемі сан ойға сыйлаған күл алғаш жоғалған сәт артқа қарайма қайтадан құралмас сезім деген шарайна бәріне де жаншыда әр құшта судыңыз себебі бар шығар Ведь, как обычно, нету субтитров. А тут, наверное, такой текст. Он погиб или что? То есть он был недавно перед ней, как будто бы спас ее, а потом его просто нет, и там фотографии, воспоминания. Она немая, как будто бы здесь, раз она на языке глухонемых показывает знаки. Она просто ругается с ним или что? Или что, я не понимаю. Уже после первых обнимашек можно было помириться. Придыханием таким. Кто будто плачет. Кольцо. Блин, что-то случилось, да? Господи, закончить клип, я хочу узнать, что случилось там уже. Плохо, что нет сабов, хотя бы хоть что-то было понятно. Опять пошла отбрасываться? Или это как раз предыстория того, что она... Господи, пугающий такой коридор. Куда пошла?
Да я просто. Обожаю это вот. Вообще. Что за фигня? Так, бесконечность я отсняла. Какую-то еще, по-моему, песню Смокпал я смотрела. А может и нет. Тут следующую я сниму отдельно, потому что и так много слишком будет в одной реакции. Спасибо огромное за просмотр. Вместе со мной. Всем пока. Пойду здесь следующую сниму.